То ли лень переодеваться. Бля, если будешь так, если будем гореть, Валерий. Пару десятник головой, и все. Я знаю, ты это просто попросил. Это очень странный пацан, ты вообще первый раз. Я тебе говорю, это форсы. Не, а реально что-то. Обрезано, да? Вращение. Савелий, вращение головой. Головой подвигал. Головой подвигал. Вращение от движения. Подвигался. Опа. Пошло греко-роман. Ты кричишь, да пиздец. Меня под рукой. Это сам пиздец. Кто это? Это сильный борец. Уже, видео подписал. Он видео подписал, это капец. Жесткий разговор, хотя из Украины. Я серьезно. Там какой-то... Не, это жесткий разговор, типа, приват куда-то, ну, типа, который из Украины сюда беженец. Ну, я что-то... Кристофер, я хуй его знаю. Я примак это называю. Thank you.
рисовать только четверки, там надо было бы за собой. Вообще не практикуем, но как все это рисовать? Не ворот. Как все ничего не ворот. Егор 1929. Почти пашный проход. Давай, элементарно. Да, я видел, как грузины ноги. Нет, там нет. Супер, он же с две ноги прошел. Я бы сам не понял, как он загрузил. Да. То есть перед тем, как две ноги? Нет, вошел, начал так раздеваться, сделал сам курок. У Валера, в принципе, то же самое. Богдан это заснял, это красиво. Это очень хороший был. 5 баллов. Бойлер остановился. Это очень хорошо. Карпич, можешь так же? Шипонич, это шмалява, так каждый раз. Моя. Так, вот этим Никита Борисенко или Саша Ланчон? Что? Нет, это не может быть. Сидор Яна? Нет. Не дай бог. Честно. Ну вот, он уже понял. Поверь мне. Спасибо.